В День Республики в Чувашии была насыщенная праздничная программа. В нашем регионе прошли различные мероприятия, которые были приурочены главному празднику республики. В предпраздничные дни в Новочебоксарске открылись выставки «Клиника семейной медицины» в одной из библиотек города, оборудована территория здорового чтения. В День Республики на парапете перед Дворцом культуры «Химик» для жителей и гостей города прошел концерт. Поприветствовал присутствующих начальник отдела образования Марина Соловьева. С днем нашей великой, славной родины Чувашии! И пожелать вам только одного в эти, я бы сказала, трудные дни, когда сегодня на наших глазах происходит такая несправедливость с Украиной. Пожелать только одного нашей любимой родине. Это мирного неба над головой. Мы любим нашу Чувашскую республику, и мы все здесь едины. С праздником вас! С днем нашей великой родины Чувашии! В этот день на праздничной площадке собрались как дети, так и взрослые пожилое население города. На сцене выступили творческие коллективы Новочебоксарска. В этот день много песен исполнялось на чувашском языке. Национальная одежда артистов украсила праздничные номера. В начале июля отмечается День семьи, любви и верности, поэтому администрация города решила в рамках этой даты вручить семьям грамоты за хорошее воспитание детей и благополучную семью. Одной из таких стала семья Пырковых. Я живу в Новочебоксарске с 67 года. Вы, я так полагаю, в каком-то коллективе выступаете? В каком? Я выступала в Старлайе 25 лет, а сейчас выступаю уже 5 лет будет, Девятькель, ансамбль Девятькель. Вы, то есть, исполняете национальные песни, да? Да, национальные чувашские песни, фольклорный ансамбль. Сегодня с супругом вы за что получили награду, грамоту, диплом? За хорошую семью, что мы дружно живем. Жители города поздравляю с праздником, с Днем Республики. Желаю всем здоровья крепкого, чтобы не болели, было мирное небо и чаще улыбались. Также в этот день была отмечена поэтесса Елена Светлая, которая не первый год реализует в Новочебоксарске различные социальные проекты. На праздничной сцене она прочитала авторское стихотворение. Родной наш край по праву можно жемчужиной Поволжье назвать. В своих делах, словах и сердце Чувашию мы будем прославлять. Воздушные шары, мыльные пузыри, маски, сувенирную продукцию смогли приобрести горожане рядом с концертной площадкой. Дорогие жители города Новочебоксарска, мы от всей души поздравляем вас с замечательным праздником, Днем Республики. Здоровья вам и радости желаем, чтобы жизнь была без горя и забот. Мы с Днем Республики всех сегодня поздравляем. Пускай счастливым будет этот и следующий год. С праздником! Знают ли, сколько городов находится на территории Чувашии, когда образовался праздник День Республики и многое другое, интересовало ведущих праздника от жителей города, для которых была проведена викторина.